Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет прикольный выпуск. Вы знаете, что я веду рубрику, в которой я рассказываю о всяких прикольных штучках, дельных вещицах, девайсиках и прочее, которые используются в яхтинге. И сегодня, после того, как буквально недавно у нас вышел выпуск «Как работает кондиционер на лодке», мы сделаем еще один выпуск про кондиционеры. И на этот раз мы рассмотрим более бюджетный вариант, не штатную установку, а такой кондиционер, который можно поставить уже на любую лодку, вне зависимости от размера. Итак, кондиционер, бюджетная версия, на яхте. Погнали! Ну что, оставить кондиционер мы будем Дмитрию на лодку. Что это ты купил, расскажи, наконец-то. Да, в общем, это портативный кондиционер, вот, 10 000 БТУ. Ну, то есть он нормально для там 4-5 метров комнаты, это будет вообще идеально. Хватить. Единственное, у него 110 вольт, но я провел уже провод дополнительный, так что можно... А, ну отлично. Слушай, поставишь себе инвертор там на 1,5 киловатта с головой. Знаешь, отличный размер мне вот нравится, то что он не очень большой. Он реально очень маленький. Куда-то вмонтировать даже придумал. Он реально очень маленький. Ну что, пойдем ставить? Конечно, пойдем ставить. Что за вопрос? А как эта штука работает? Это вручную или оно... Она, слушай, мне кажется, что она не особо работает. Но он бушный, я его купил там за какие-то копейки там совсем. Слушай, а скажи, пожалуйста, за сколько ты его взял? $150. $150 цена вопроса в жарком климате перезимовать, как это у нас называется, то есть побыть в климате, который, блин, влажный, у тебя там все капает, относительная влажность у нас сегодня была 96%, при температуре 35. Во! Сауна. Сауна. И цена вопроса 150 американских долларов за то, чтобы закрыться и не выходить из лодки днем. Ну что, давай, а как это работает вообще? Что здесь? Для вентиля, вижу, это выдув. Это выдув горячего воздуха, это дренаж. То есть, на самом деле, его можно использовать как humidifier. Dehumidifier. Ну, это все кондики сушат, конечно. То есть, на самом деле, это тоже очень классно, потому что... Конечно, врубил, высушил, да, да. Плесень постоянно покрывается. И все свои вещи тухлые в плесени какое-то время служат дольше. Это, а куда ты его выводить будешь? Сейчас в иллюминатор. Я там подготовил уже место. О, у тебя же все готово. Да, все, так давай, устанавливаем кондиционер. Устанавливаем кондиционер. То есть вы просто в розетку включите? Да. Ну что, чикос, лодку эту вы же, конечно же, знаете, поэтому сильно я вам ничего показывать и рассказывать про нее не буду. Ну и, соответственно, Дима тоже. А куда ты его хочешь поставить? Дина, привет! Мы его включаем, иди к нам. Мне интересно. Иди. Я тоже хочу кондиционер за 150 баксов. Давай, иди сюда. В общем, сначала я предлагаю туда его поставить, там самый простой вариант. Ты просто его на пол хочешь поставить? Ну вот прям можно на... Слушай, а если его, например, вот штатно установить? Можно штатно, на самом деле. Знаешь, его можно, я думаю, вмонтировать либо куда-то, чтобы он дул снизу. Вот, или куда его еще можно? Вот сюда можно монтировать вместо ящика. Типа вместо ящика его просто на вот так деле, стационарно... На самом деле сюда я хотел стиралку монтировать, поэтому... Какой хороший! Оно тяжелое, нет? Не, он вообще легкий. Он же бэушный, что ли? Да. Да-да, это же бэушный. Ух ты ж хитрый жук! Хитрожук! Ну, он стоит 300. Ну, блин, даже за $300 новый, это шикарная цена для охлаждения. Давайте его быстрее включим. Да, давай, не полторушка, не двушка, во всяком случае. А там дальше уже... И не двадцаточка, как полный фул установка. Да. Причем его можно перемещать. Не, ну это же, ну пока это такое решение. Мне кажется, это по факту будет где-то близко к спальне. А мы сейчас посмотрим, как он, насколько он мощно работает, на самом деле. 10 тысяч BTU это будет не мощно, это будет тебе как раз охлаждать вот эту территорию, вот этого кондиционера. Ага. Спальник, да, конечно, ну десятки будет много, он у тебя будет работать на очень маленьком режиме. То есть ты сделал ему, то есть я сейчас понимаю, мы запускаем его пробно. Да. То есть ты его вывел шланг в окно. Ну да, тут надо будет сделать пластмасску. Ну да, да, и крышку такую. Прилипло. Не, да. Еще надо сделать такую крышку, чтобы оно выпало. А у меня уже там этот... А, козырек есть? Козырек я такой сделал. О. Ну вот. Что?
Сейчас надо этот, как его, с электричеством надо разобраться. Нету электрички? Не, сейчас я протестирую, тестер достану. А, вот тут может что-нибудь ну, отошло. Так давай, ну здесь он вот зеленая вот горит. Горит, да. Так она и горела. 110. Она и горела, да? Да. А ты смотрел? Ну, не смотрел, но... Ну, давай померяй здесь. Ну, тут должно быть. Здесь должно быть. О, есть. Здесь есть. Тут есть. Есть. Есть, значит, как-то... А, вот есть. 100... Ну, там 119, да. Неважно. Так, следующий провод. Так. В розетке не вижу. А в розетке тоже не вижу. Так, а ну, а ну. Так, ну все, вот, появилось. Слушай, тебе ничего больше не надо, я думаю, чтобы встретить старость. Это у него Фаренгейта. Да. Ого. Знаешь, как Фаренгейта переводить? А, не... В два раза там или? Не, минус 32 делить на 5 девятых. Формула очень простая. Не, на самом деле, минус 32 там, Фаренгейт, 72 минус 32, 40. Делим на 5 девятых, это почти на 2, итого 20 градусов. Все, просто. Так, таймер. А тут есть еще Цельсий, только надо на него переключить. Ну, нужно в Цельсии. Все, 30. Ставим сколько? 20. Ну, 21 он тебе не выкачивает. Не-не-не, не ставь. Ставь 23 поставь даже. Ну давай пока так, да, посмотрим, как он. А это вручную они выставляются, да? Или у него есть режим вот этот, который их. Не-не-не, он как бы. Да не, не может быть, должен быть, чтобы. А мне кажется, сломанные они. Сломанный? Ну, это смотри, у него нету... Вот эти вот двигаются. Ну, влево-вправо может, а вот этот не... Сейчас. А что у него есть вообще здесь? Температура. Смотри, здесь есть охлаждение, дехумидифайер, фен, температура, температура, high-low, таймер. Все, да, так тебе все, тебе больше ничего не надо. Да, конечно. О, прямо кайф. Слушай, я думаю, что вот эта штука, у нее... Я здесь не вижу никакого моторчика, который бы ее двигал. Это, я думаю, просто такая механическая. Давай. Пока тестово будет так, а там посмотришь. Сколько? Да не, пока оставь так, как есть. Все будет течь, будет нормально. А? Да не, не надо, сейчас нальется и так. Вот он сейчас показывает 31 градус здесь, в помещении. Ну, дует хай. Сейчас надо посмотреть, сколько дует. Не, ему надо чуть разогнаться все-таки, потому что он сейчас начнет воду О, пошло, пошло, пошло. Да, руку дай. Руку дай. О, да, да. Чувствуешь? Да, да, да. Сейчас... Прямо лё морзо. Прям вообще. Ну вот видите, какая простая штука, а решает, сколько головной боли в яхте, а? Все окна закрыты. Да. Ну давай. Все, я пошел, расскажешь, как будет. Ну что, опыт практического использования прошел 2 дня. Прошло. И мы идем к Диме, зададим ему вопрос, как у него, собственно, с кондиком все происходит. Привет, привет. Я смотрю, ты тут это, зашторенный. Да, я сейчас теперь не выхожу. Не дай бог, да? Я смотрю, у тебя здесь так прохладненько. Холодно даже, я бы сказал. У меня, кстати, есть, можно замерить. Температура? А ну, давай. Давай. Кондик, я смотрю, у тебя стационарно так пока здесь и стоит, правильно? Стационарно-временно. Стационарно-временно. Это ты температуру, пирометр, да? Ага. Так, ну вот, что померяем? Это просто вот поверхность. Из него дует, вот смотри, 21, даже 20. Ага. Не, ну здесь чувствуется, что у тебя прямо вот именно прохладно. Ну да, лянь, ну полон нагревается. А что у тебя с этими? Так, а, ну вот же у тебя термометр есть. То есть термометр показывает там 25-26. Главная влажность 70. 70, блин, так у тебя комфортненько, да, здесь. Вообще, ну, барометр, понятно, он здесь не нужен. А куда ты его думал поставить вообще стационарно? Слушай, ну, вот видишь, я освободил место, вот мне кажется, вот он сюда бы идеально вот так вот встал. Под штурманский? Ага. Труба, собственно, можно выводить. В окошко? В окошко, слив в
билдж. Ну, слив билдж, да. И плюс тут вся есть электрика, то есть можно подключить его там. Ну что, снимем крышку, посмотрим, что там внутри. Да. А вдруг получится его поставить вот прямо сейчас. Так, вот он. Поддон, это оно просто туда стекает, правильно? Угу, да, вот, да. Так в чем проблема? А что там спереди? Нет, я имею в виду вот под крышкой спереди. Есть мысли? А, там стоит, собственно, сам вентилятор. Вот он как выглядит в середине. То есть у нас есть два радиатора, которые охлаждают. Так, вот здесь внутри это бловер. Вот видите, сеточка. Так, а внутри электрическая диаграмма. Это модуль сам электрический. Ну и, собственно, сам компрессор. Короче, вот этот кондиционер мы придумали, он будет стоять вот здесь вот. Здесь как раз у него место. Вот он отсюда будет сюда дуть, и это будет стационарное решение. То есть там внутри шкафчик, в котором там всякие шути там. Там всякая фигня, соусы всякие. Соусы. Стоят. Вот. То есть вот вместо соусов будет вот отсюда стоять мордой кондиционер и выдувать. Так, друзья, ну вот, выпуск у нас по кондиционеру подошел к концу. Ты доволен? Да, отлично. Решение. Не забывайте проверить колокольчик, подписаться. Мой канал вы знаете. Димы, вот внизу появляется надпись. Телеграм. Что-то еще. Инстаграм. Инстаграм. Твой Инстаграм. Мой Инстаграм. Все это вот внизу вы видите. Все это также будет в описании. И увидимся с вами уже через несколько дней. До скорой встречи. Пока. Пока.